Всем привет! Сегодня будем делать вот такую вот маленькую муху. Делается она легко. Для того, чтобы ее сделать, нам понадобится квадратный лист бумаги любого размера. Я взял из А4, для того, чтобы было наглядно видно, как ее делать. Сгибаем лист диагонально. Разворачиваем и еще раз сгибаем. Согнули. Раскрываем. Теперь берем один край, тянем к центру. С другой стороны также. Сделали. Разворачиваем нашу заготовку. Теперь вот эту линию закладываем к центру. Эту линию тоже к центру. Разворачиваем нашу заготовку. Берем один краешек, вот этот край, и тянем вот к этой линии. Теперь удерживаем, так держим и разворачиваем. Что теперь нам нужно? Нам нужно вот эту линию заложить на центр. Вот так вот берем. И хорошо прожимаем. Опять же самое, вот эту линию к центру. Сделали. Раскрываем нашу заготовку. Поднимаем вот эту часть, вот этот край. Нам нужно вот эту линию внутреннюю заложить к центру. Вот так вот. Вот что получается. Вторую линию также. Все, прижимаемся. Вот этот краешек на пересечении этих двух линий нужно подогнуть. Подогнули и прячем в середину. Разворачиваем заготовку. Теперь берем одну сторону, вот эту уголочек, тянем как можно ближе к центру. Второй также. Теперь вот этот край нам нужно подогнуть тоже. И уголочки, вот эти вот уголочки, мы их тоже подгибаем. Разворачиваем нашу заготовку. Этот краешек тоже чуть-чуть подгибаем. Разворачиваем. Придаем объема. Все, наша муха готова. Ставим лайки и подписываемся на мой канал.